Здесь промывают золото, дети. Это находится около музея минералогии. И это, видимо, такое развлечение для детей. Здесь около Элизабет Кирхе раскопки. И вот сам музей. Здесь такие стоят окаменевшие стволы деревьев. Настоящее дерево, которое стало камнем. Что ты там смотришь? Прикольно. Это воссозданный какой-то реальный вулкан, населенный пункт, тут разрушенный населенный пункт есть где-то. If you'd like to hear your options, press 2.
Ja, das ist auch schön, dass Sie hier mal alle mithelfen. Das ist,